четвертым минимумом инструментов, навыков и из доступных материалов. Ну, начнем с материалов. Все закуплено было в ближайшем строймаге сети Леруа. Для рамы планки сечением 11 на 30 мм, две штучки. Метровые. Значит, там такие вещицы продаются под названием рейки срощенные. Они действительно бывают срощенные. Если брать двухметровые, они строго будут из отдельных кусочков. Если метровые, то с большой вероятностью цель. Для дек три ламельки 5 на 60 миллиметров. Выбирать надо радиального распила с мелкими полосочками по возможности. Еще понадобится одна планочка 5 на 40 миллиметров. Одна планочка, точнее брусочек 10 на 10 миллиметров. Его надо брать, чтобы слои были параллельно одной из граней, то есть не наискосок. Еще понадобится брусок 20 на 40 миллиметров. Он будет в основном выполнять технологические функции, поэтому любой практически. Теперь по необходимому минимуму инструментов. Из электроинструмента нам понадобится дрель. Я долго вообще говоря думал, никак. Есть, конечно, в природе способы натягивания струн без колков. Такие в древности использовались, но к Тагельхарпе это не относится, так что вот дрель понадобится. Дальше нужна будет какая-нибудь мелкозубая пила. Или можно даже обойтись вот с полотном для ножовки по металлу, вот с такой ручкой продаются в хозяйственных магазинах. Полотно нам по-любому для ножовки по металлу понадобится, чтобы прорези в колках делать. А пила, удобнее с ней, но можно будет даже этой обойтись. Еще понадобится нам какой-нибудь рубанок. В принципе, в крайнем случае можно и без него обойтись, но лучше бы с ним. В качестве расходника понадобится шлифовальная бумага, у меня здесь кружки, и достаточно удобно, можно купить на копеечке. Стоит такая вот тарелка с липучкой, она предназначена для болгарки, но у нее есть и для дрели переходник, и кроме того, ей вручную достаточно удобно шлифовать, держа в руке. Еще нам понадобится эластичный бинт, поскольку фиксирующий инструмент мы никакого использовать не будем специализированного, то вот при его посредстве. Сверлышки, дальше, нож. Строительный нож наше все. Может понадобиться, может нет, но он должен быть. Дальше клей. Будем использовать вот этот вот супер ПВА момент. Он хорош тем, что достаточно быстро схватывается, как раз для проекта выходного дня, то, что нужно. Уже через полчасика можно к следующей операции переходить. Из недостатков он дает эластичный шов, это тоже в определенных случаях достоинство, поэтому статическую нагрузку держит плохо, и колковую планку мы будем приклеивать не им, а вот такой быстрой эпоксидкой. Для начала мы
сделаем вспомогательные оснасточку минимальную. Для этого нашу двухметровую планку, которая 20x40, порежем на кусочки по 20 сантиметров. Вот, по 25, извините. По 25 сантиметров. Вот. Конечно, удобнее не полотном, а просто ножовкой. Можно особенно не следить за аккуратностью. Один из кусочков нам потом понадобится, но он все равно будет меньшего размера. Вот у нас получилась небольшая стопка, пока я отложу в сторону. Теперь будем делать деки. Их мы будем склеивать, как я уже говорил, из 3. Из ламелек, обязательно цельных, сечением 5 на 60 миллиметров. 5 миллиметров, конечно, пустовато, но мы попробуем потом это рубаночком снять. Но в крайнем случае будет звучать и так. Разрезаем их пополам по 50 сантиметров. Вообще, в качестве необязательного, но желательного инструмента надо было бы иметь стусло, такая вот короб с прорезями для пробного крепления. Ну, мы вот обойдемся так. Тугольничек, дальше два, в хозяйстве пригодится. По нему же и распилим. Так. Ну, можно попробовать просто вот этой вот пилочкой по металлу. Будет долго, нудно, но весьма аккуратно. Теперь их раскладываем попарно, и нам нужно добиться, чтобы они наилучшим образом стыковались. Если повезет, то они и так склеятся без заметного шва. Но если не повезет, их надо будет друг дружки прифуговали. В принципе, вполне сносно. Но прифуговать все равно надо, хотя бы чтобы показать, как это делается. Для того, чтобы эти ламельки друг дружки без зазора прилегали, мы воспользуемся рубанком. При этом, поскольку у нас так
перпендикулярно удержать угол совершенно невозможно, то традиционно такие вещи делаются следующим образом. Банк кладется на бачок, а саму заготовку мы поднимаем примерно на середину ножа. И вот так вот делаем несколько движений. После того, как мы их друг дружке прихлопывали, ну, надо их склеить. Да, прежде чем склеивать, нам нужно будет ведь в верхней деке сделать резонаторное отверстие, но в данном случае удобно сделать заранее. Для этого находим серединочку, искомую 25 миллиметров, где-то вот так здесь у нас. И резонаторное отверстие мы будем делать в двух крайних ламельках. Отмечаем здесь по 10 мм, это будет их ширина. И длиной они будут 80 мм. Поэтому от каждой отрежем по, вернее, отложим по 4 сантиметра в обе стороны. Ну, собственно говоря, можно на одной проводим здесь параллельную линию сантиметры. И рисуем вот такие скосы под 45 градусов. Теперь складываем их вместе. И как раз лучшим образом сгодится полотно. По металлу делаем просто ровно. Одну и вторую. Теперь берем строительный ножичек и аккуратно отщепляем, делаем прорезь несколько раз, чтобы
Оно у нас аккуратно Теперь заготовка для нашей верхней дайки выглядит таким вот образом. Тут еще подрезать немножечко. Она чуть по-другому расщепилась, и все. Так. Теперь, значит, нужно склеивать. Значит, если мы хотим сделать инструмент тонированным, то лучше затонировать морилкой, по крайней мере, водной перед склейкой, потому что если останутся следы клея, они обязательно останутся небольшие, вместе шва, то потом на эти самые следы клея морилка не ложится просто. Поэтому сначала мы слегка затонируем. Какая сторона лицевой будет вот так. Берем ватный диск. Хорошо бы еще взять перчатки. Нет, а вы так не делаете. Но вполне достаточно просто пройтись по местам вдоль швов. Вот такая бледненькая тут морилочка под названием орех. Да, вот такие вот недорогие водные морилки, они достаточно хороши в цвете мока, достаточно насыщенные дают. Неплохо выглядят под названием махагон, совершенно вообще отвратительно под названием там черное дерево или эбен. То есть бледно-бледно-серый цвет и все. Когда-то они были лучше, сейчас испортились конкретно. Если хотите черный, то вот в сети магазинов Леонардо я покупаю такие маленькие бутылочки, вот сейчас на экран это выведу. Либо вот можно брать акриловую морилку, она тоже дает достаточно насыщенный цвет. Вот много замечательно. Поскольку никаких ваймов, то есть больших струбцинов у нас нет, для склейки будем использовать вот как раз нарезанные нами брусочки, чтобы они не приклеились намертво на склейке. Мы с одной стороны на них наклеим полосочку малярной. Вот вполне достаточно будет.
Что делали, какой принцип? Кладется сверху, снизу, планочка, кладется сверху, и вокруг это все обматывается эластичным бинтом. Дешево и сердце. Но для начала их надо намазать клеем. Удобнее это делать кисточкой, не настолько хорошо. Ватной палочкой не достаточно. Нашел. Вот так вот, без особого фанатизма, по торцу. В этом месте этот самый супер ПВА будет работать случайно. То есть клеи, которые не держат статическую нагрузку, динамически удерживают ничуть не меньше других. То есть если попытаться разорвать склеенные детали, то, скорее всего, разорвутся волокна дерева, а не сам клей. Но зато динамические нагрузки они держат лучше. То есть они не хрупкие. Да? Все как обычно. Раз. Теперь берем эластичный бинт, крепко-накрепко забинтовываем нашу конструкцию. Не самое удобное начало, потом будет легче. Вот так вот, крест-накрест. Дальше уже можно натягивать. Thank you.
Ну и дальше обматываем. Радостно. Закрепили где-то минуточек на 40, оставили. Можно, конечно, сразу две клеить, но настолько один комплект. Планочек и бензин. Пока он клеится, мы можем заняться изготовлением рамы. Изучайте, будем делать из вот этих планочек 30 на 11 мм, если нам даже не соврал. В общем, не соврал. Общая длина инструмента у нас будет 75 сантиметров. Их откладываем. В качестве измерения инструмента вполне подойдет портняжный метр. Будет хорошо. Лучше всего, конечно, сделать это при помощи стусла того самого, но в крайнем варианте можно воспользоваться обычным ученическим угольником. После того, как сделали запил, ставим его вертикально. И вторую. Да, я совсем забыл. Понадобится наверняка еще какая-нибудь разделочная доска, потому что кто-то подразумевается, что это будет на кухне. Если ничего не предложить, то столешница изрядно пострадает. Итак, у нас есть две угольные планки. Теперь нам надо сделать поперечный. По ширине наш штрих-карпа будет на 17 сантиметров. Для трех струн это, в общем-то, оптимальный размер, удобно пальцем дотягиваться. Как раз вот из трех этих планочек. Соответственно, теперь нам нужно отрезать две планочки. Задний торец и передний торец непосредственно резонатора. Отмеряем 180 мм минус удвоенная толщина боковой стеночки, то есть минус 22 мм. 180 минус 20 это 160. Минус еще 2 миллиметра, это получится 158.
режем аналогичный режим. Теперь нам нужно эту рамочку как-нибудь склеить, поскольку никакого фиксирующего инструмента у нас по умолчанию нет, воспользуемся комбинированным способом при помощи дополнительных элементов и суперклеев. Мы начнем с дополнительных элементов. Это все просто. Берем нашу реечку 10×10 и отрезаем от нее 4 кусочка 30-миллиметровой длины. Карандашик тебе, я тебя не обижу. Можно чуть-чуть поменьше, чтобы проще было. 29 миллиметров. Теперь какая технология? Берем эти наши две планочки, вставляем сюда. И вот эти брусочки мы будем использовать в качестве крепежных элементов, фиксируя их на суперклей, в то время как основная печать будет на обычном столяре. Не забываем подложить какой-нибудь пакетик, чтобы не было мучительно больно намертво приклеившегося к столу нашего поделия. Берем парочку кусочков, берем суперклей, берем обычный. Клеим кого одной. Иначе с секундным клеем нам не совладать. Прикладываем. Берем брусочек, применяем. Все лучше. Теперь наносим пару капель суперклея на две грани. Ну вот теперь наш суперклей будет работать с трубцинкой. Сейчас он схватится. Быстренько, как и положено. Можно будет продолжать работать. Так, у нас вторая сторона.
схватилось. Схватилось, не приклеилось. Очень хорошо. Очень, я бы даже сказал, хорошо. Второй брусочек. Вляпался. Не люблю я вляпываться в суперклей. А что делать? Замечательно. Владыка, как мы помним, у нас 50 сантиметров, поэтому в 50 сантиметров мы сейчас немножечко прихватятся. В 50 сантиметрах мы поставим вторую планочку. Ну вот, клеим переднюю стенку резонатора. И без них сейчас обойтись, но тогда ее затруднительно убрать и куда-нибудь переложить. Нам рабочее пространство все-таки нужно. Подождем, мы сможем убрать ее. Пока она сохнет, займемся деками.